выполняем работы первого занятия по физиологии дыхания. Начнем с выполнения спирографии. Методика спирографии позволяет непрерывно регистрировать объемы вдыхаемого воздуха. Вот у нас спирограф, и здесь замкнутая система, испытуемая будет подсоединена к воздуху, который мы наберем под колокол спирографа. Ну, я промываю его сейчас. Итак, подсоединяйтесь, сделайте спокойный вдох, подсоединитесь и прекратите дыхание. И задержите дыхание на какое-то время. Чуть выдохните. Через нос. На фазе небольшого вдоха задержите дыхание и подсоединяйте загубник, пожалуйста. Так, задержите дыхание, сейчас не дышите. Я закрываю нос. Вот сейчас мы отсоединили испытуемую от атмосферы и спокойно подышите. Конечно, когда подсоединено такое необычное сопротивление через рот дыхание, то первые вдохи избыточные происходят. Но потом дыхание обычно выравнивается. Вот обычная глубина дыхания. И мы 5 дыхательных циклов запишем спокойных, чтобы определить частоту дыхания. Скорость протяжки ленты 50 мм в минуту. И на основе этого мы определим частоту дыхания. Ну а сейчас можно выполнять функциональные пробы. Пожалуйста, сделайте максимальный вдох и затем дышите так, как вам нравится. Вдох и все, спокойненько дышите. Выдох, и нам желательно смотреть на спирограмму. Выдох максимальный и дышите так, как вам нравится. А сейчас, чтобы определить жизненную емкость, сделайте максимальный вдох, а затем максимальный выдох. Максимальный вдох и максимальный выдох. Все, дышите спокойно так, как вам хочется. И, наконец, чтобы определить максимальную вентиляцию легких, то в течение 10 секунд подышите с максимальной вентиляцией. Я засекаю время, можете начинать пробу. Так, вот как во время кросса. Дышите, но долго нельзя дышать так. Вот еще 2 секунды и стоп. Все, дышите так, как вам нравится. Мы можем посмотреть, что обычно после этого глубина дыхания уменьшается. Однако же давайте освободим испытуемую. Спасибо. Юля, может, вы специалист, так линеечкой и будете, вот возьмете. Мы измеряем дыхательный объем. Он равен. Дыхательный объем. Вот во время спокойного дыхания на 2,5 сантиметра и умножить на 200, это будет 500 миллилитров. Хорошо, Юля. Пускай студенты запишут и сами вычисляют. А ты скажи только, какие тут отклонения. Сейчас следующий показатель какой? Резервный объем вдоха. Вдоха. Меряем от границы спокойного вдоха и можно сместить вдоха до границы максимального вдоха. Да, сколько? 6 сантиметров. Следующий параметр. Резервный объем выдоха. Да. От границы чего? Дыхательного объема до... Спокойного выдоха до границы, да, максимального выдоха. Получается 3,5 сантиметра. Ну, чуть, наверное, больше. Да, так, раз, два, четыре, хорошо. 4 сантиметра. Жизненная. Итак, жизненная емкость легких, пожалуйста. Это, значит, 11,5 сантиметров. Очень хорошо. И максимальная вентиляция легких, здесь 5 дыханий,
И среднее будет... За 10 секунд 5 дыхательных циклов размах 10,5 сантиметров в среднем. Да, и средний размах 10,5 сантиметров. Хорошо, вот этого достаточно, чтобы многие показатели вентиляции легких внешнего дыхания, показатели, рассчитать. Ну, вот такого типа спирограмму стоит зарисовать в протоколах еще, чтобы были видны эти пробы с определением резервного объема вдоха, выдоха, максимальной вентиляции.